Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Nokia XR20 изменить язык клавиатуры. Для этого в первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Язык и ввод», «Экранная клавиатура», «Gboard», «Языки», «Добавить клавиатуру». Перед нами открывается полный список языков, на которых можем писать на нашей клавиатуре. Давайте выберем греческий. Нажимаем «Готово». Думаю, можно удалить украинский. И теперь давайте попробуем написать что-нибудь на греческом языке. И вуаля, у меня появилась греческая раскладка на моей клавиатуре. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!